Вот такой комментарий мне оставили под роликом на YouTube. Обратите внимание, что человек первым же предложением сам себя обесценил, когда ко мне относится лучше, чем я этого заслуживаю. Вы себе можете представить, чтобы женщина сказала что-то подобное? Да никогда в жизни. Женщина всегда абсолютно уверена, что заслуживает лучшего. А потом мужчина удивляется, а почему женщина со мной не считается, почему она меня не ценит и почему вообще смотрит на меня как на говно? А чему здесь, собственно говоря, удивляться? Ты же сам сказал, что хорошего отношения к себе не заслуживаешь. Я вообще считаю, что мужчине всегда нужно исходить из того, что любая женщина для него недостаточно хороша. И если, несмотря на то, что она для него недостаточно хороша, он все-таки начал с ней отношения, то значит, он оказал ей доверие, которое она обязательно должна оправдать.